я не политический аналитик и не готова говорить о том, будут ли касаться санкции простых граждан. И, конечно же, лично мне хотелось бы, чтобы они не касались простых граждан, чтобы мы все могли так же спокойно и легко путешествовать по всему миру, имели возможность посмотреть разные страны и так далее и тому подобное. А то, что санкции, в список санкций включены определенные лица, я, опять же, насколько это правомерно, я не готова давать этому оценку. Как мне кажется, вообще ситуация вокруг всего, что происходит на Украине и всего, что происходит в Крыму, она слишком сильно подогрета с обеих сторон. И в том числе, с моей точки зрения, то, что происходит сейчас в политике США, она настолько... США всегда были настолько политкорректны и аккуратны, и впервые они как-то оказались немножко как корова на льду в этой ситуации, вот по моему мнению. И их санкции, они, в общем-то, пахнут именно каким-то вот таким популизмом, нежели реальным оправданным шагом для того, чтобы достичь мира, гармонии, свободы Украины.